Всем привет! Сегодня находимся на вот такой вот столице. Она у нас затянулась льдом. Мне пришлось с утра немножко поездить, поломать. Лед, конечно, тоненький, еще там полсантиметра всего. Но тем не менее, уже приятно. Скоро ледик, уже скоро первый лед будет. Ловится щука, ну, небольшого размера, грамм 500-600. Ловлю, отпускаю. Сегодня задачи нет, ну, рыбу набрать. Просто хочется закрыть сезон, поплавать, порыбачить, половить щучку. Она активная, клюет хорошо. Так что приятного просмотра. Сейчас попробуем, как мой варвар режет лед. Надеюсь, без происшествий обойдется. Какой-то без проблем пока. Там дальше если почище. А здесь, гляньте, здесь тихо. Здесь лед-то побольше. По льду я еще на нем не плавал. Продырявлю там ничего. Не, она вся во льду-то. Подзатянула старичку-то. Выход был. Опа, есть. А и есть щуканьбик. Перекрутила. Ну такая, блин, вроде как бы и съедобная. А вроде как бы и нет. Пока не буду брать. Хотя она на себе жабры нормально подрала так тихо. Может, даже ее придется и оставить. Тихо-тихо. Так, душку откинуть. Чё ты там жабры себе подрала? Ну да. Да тебя оставим, дорогуша. Я жаб не достану. Точно, вот кусок жабры выдрал. Пойдешь на жареху. Поставил вертушечку сразу. Глупила. Ну, это такая уже, вроде, под кило даже. Такую можно брать смело. Да? Иди сюда. Будешь прыгать или нет? Их! Ну да, это самая большая пока, которую я поймал. Только поставил, я сейчас рассказал, Blue Fox классика. Она их хватанула. Беги. Опа. Их уже можно брать. Еще нужно было тряпочку с собой взять. Руки вытирать. Тоже было бы неплохо. Опа, есть. Щипачок. Небольшой. Мелочь, как говорится, но приятно. Тихо ты. Ну, где ты? Отпущу я тебя. Короче, если портить буду, то уже буду брать, а если вот таких, точно не буду брать. Опа. Плыви.
попробуем под бережком пойти. Там лед должен быть еще поменьше. Был бы он весь вот такой, было вообще не страшно. Он, блин, как стекло порезать может. Сейчас мы эту старицу расшевелим. А там дальше тоже лед, да? О, смотри-ка. Настя. С первого заброса. Да. Да. Ну, маленькая. Так она только в воду упала, сразу схватила. Какого цвета? Серебристая. Да, да. Ну, таких-то точно брать не будем. Пока придется поработать ледоколом. Тут немножко место для ловли увеличить. Весла. Нет, нет, не пробивается сразу. Камеру выключишь, сразу что-то возьмет. Только вот камеру выключил. Сразу бабахнула. Ну, тоже мелкая. За глаз. Тихо, 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 тихо. Чем меньше вы сопротивляетесь, тем вас что-то он не повредил. У вас целый, щука целая, беги. Оп, опять промахнулась, опять выходила. Чё ты такая слепая? Давай мы на тебя посмотрим. Опа, там немножко дальше взяла, тоже такая же. Куда ты потащила под лед-то? Где это пойдет? Ну, это, по-моему, более-менее для местных размеров. Такую мы оставим. Оп. Ля картопля. Тихо, 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 тихо. Надо что-то и домой привезти. 700. Так, тихо. Опа, есть. Не, ну это прям совсем. Эй, ну чё ты? Прям совсем мелкая. Эти самые мелкие, как обычно, зажирают хуже, чем крупные. Не, не спасу, походу, я. Или спасу. Спас, смотрите-ка. Все, беги. Не ловись больше. Сейчас мы сплаваем туда, на выход. Стоянки ближе, там откидаем, а потом тем же маршрутом вернемся сюда.
Опа, есть. Есть. Контакт. Да тихо ты. Какая бешеная. Опа. Ну как, молодец. Беги. Опа, есть. Есть контакт. Тихо, спокойно. Опа. Клёпа. Отлично, молодец. Не сильно. Ой, какой пробило хорошо. Верхнюю губу. Хорошие тронички стоят. Опа. Такая, ну это в принципе съедобно это у нас считается, но не будем таких. Потом, может, еще парочку возьму в конце рыбалки. Камеру выключил опять. Клюнуло. Ну, вот они все тут такие стандартные. Надо взвесить, сколько она будет на берегу. Такую. Сколько она этот весит. Посмотреть. Ну, грамм 600, я думаю, весит. Опа, вот она была. Мелкая щучка. Особо не раскидаешься. И она... Тихо, 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 тихо. Такая, сама отцепилась, молодец. Решил немножко погулять по бережку. Там дальше по карте посмотрел. Еще одна старица есть. Такой заводюхой вот неплохой. Сейчас попробую дойти. Если не дойду, то... А, вон тропа на нее идет. Значит, должна быть дорога. Классно в лесу. Вон тоже такая перспективная заводюшка. Пару забросов туда нужно сделать. На вход. А вдруг там кто-то ждет? Опа, есть. Вот она и ждет. Вот такая же шурагайка. Тихо, тихо. Эх, сама себя отпустила. Не пришлось поднимать. Только напутала мне, блин, коза. Так, ладно, пойдем дальше. Не будем задерживаться, там местечко поинтереснее, судя по карте. Так, тропинка, тропинка, куда ты нас ведешь? Опа. Там такая заводюха сначала.
А с нее старица выходит. Вот она. А вон там старица заходит, там выходит, получается. Или наоборот. Прокидаем здесь. Тут мелковато он траву видать. Оп, выход был. Еще одна. Есть щучка. Какая тут слепая щука, щука. Кто-то летит, кто-то кидается, но не на воблер. Не, ну что, я с этого красивого места, что ли, не поймаю ни одной щучки? Должен же поймать. Опа, есть контакт. Должен что-то поймать с этого места. Ну, что-то совсем мелкое. Трави. Сейчас попробуем медленную проводку просто сделать. Опа, есть. Даже щипачок. Тихо, 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 друг. Бы себе порвал все. Такой. Не крупный совсем. Но тем не менее. Щука. Поклевки. Интересно. Вот на равномерке на медленной проводке. Хорошо, на равномерочке идет. Опа! Еще одна была. Что-то так она как-то неактивно ее. Очень осторожно брала. И вся вот ближе к траве стоит щука. Крайний забросик сделаю. Да пойду обратно. Хотя можно по этой старице еще вернуться. Там, по-моему, тоже можно походить немножко. Опа, есть. На крайнем забросике порадовал. Это даже покрупнее. Ну, такого размера-то у нас съедобно считается. Но я не брал, ничего с собой не буду ее брать. Поэтому отпустим. Ладно, сейчас пойдем вот туда, в старицу, так по ней немножко прогуляюсь, там выйду уже к реке. Посмотрим, что тут. Места новые, интересно. Что здесь?
живет. Да, тут старичка тоже во льду. Кто у нас тут на входе стоял? А, вот, гляньте, кто. Что это такое-то? Даже не знаю, что это за животное такое. С белым пятнышком. Ну что-то мне кажется, что старица пустая будет. Тут вход-то совсем... Опа! Зато вот есть щучка. Ну-ка, иди-ка сюда. Мы на тебя посмотрим и отпустим. О, какая! Шарагайка, ну блин. Все вот стандартные. Больше вот такие большие я пока не видел. Беги, Форест. Еще одна из-под берега лупанула. Где ты? Покажись-ка. Это такой шрай. Оп, погнала во свояси. Кто-то бежит. Опа! Есть. Местный стандарт. Полкилограммовый. Так, ну все. Давайте. Забросик. Один. И пойдем по делам. Батарейка села. С собой не взял. Вернулся и обратно. Сейчас опять погоним по этим старицам. Вернее, по этой длинной старице. Поищем щучку. Ну, классно. В принципе, доволен рыбалкой. Пусть рыба небольшая, но зато активно и клюет. Это очень радует. Ну и так, новое место для себя открыл. Но здесь летом, конечно, блин, сейчас только травы. Летом, наверное, вообще сложновато здесь плавать. Так классно, видите, когда народу нет, тихо, спокойно, никого нету, ни сетей, ни людей, как говорится. Берег засранный, конечно, немножко, но тем не менее место классное, тихое, спокойное. Долго не было поклевочек. Вот. Схватил шукарик. Мелкий тоже опять же. Тихо. Ну что ты? Да что ты такой же активный. И смотри-ка,
в руке как жаба крутится. Опа, плыви, расти. Опа. Есть. Надо фотку сделать. Позировала. Позировала и хватит. Беги. Кто-то влупил. Что-то она к обеду все мельчает. Хотя нет, такая же крупная, как и была. Тихо, 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 тихо. Да что ты будешь делать, дуреха? Я тебя выпущу. Опа. Ну, активность спала. Сейчас время около 2 часов дня. Вот с утра прям бодренькие поклевочки были. А сейчас вот так навяло, текущую только проводку. Прям медленно-медленно ведешь. Ну и размер, соответственно, тоже такой же. Не увеличился. Я думал, может, к обеду хоть начнут просыпаться. Что-то покрупнее. Не начал. Кто-то есть. Ну, стандартное что-то, блин, по ощущениям казалось, что-то побольше. Но нет. Размер не укрупняемся, короче. Все такая же шурагайка. Ну, спасибо и тебе, хоть клюешь хоть. Если бы не клевало, совсем было бы вообще плохо. Так, что меня опять заворачивает? И вот на медленную проводочку, равномерно. Воблерок вообще отлично играет. Наверное, лучше я, по-моему, даже не видел. Дайва делает вещи, да? Да, он и стоит, фух, новый. По-моему, 1500 или 1700. Опа, ударчик был. Ну, благо, есть барахолка ВКонтакте, вот. Я там все беру. Спиннинг вот там тоже брал. Фаворит. Вот этот. Вот он новый 1004, я там за 2000 взял. В нормальном состоянии.
и воблер я этот за 700 рублей купил. Ну, считаю. Ну, он битый, конечно, немножко. Вот кто-то опять взял. Но, тем не менее, ловит он как неплохо. Чё, даже, по-моему, съедобное. Но это я, наверное, оставлю. На жареху-то все равно нужно привезти. Такая более-менее... Из сегодняшней рыбалки, так что это более-менее для сегодня. Кушать можно, так скажем. Так, воблер за борт. Опа, иди туда. И зачем платить полторы, если можно купить бушный в нормальном состоянии и ловить на него за полцены? Намерзает уже на этот, на спиннинг, на кольца намерзает. Опять поклевочка. Второй раз полчаса начали клевать. Вон это такая более-менее. Тихо, тихо. Такую можно даже оставить, если она не сорвется. Оба. То я что-то думал, наберу себе на жареху. Они тут раз и клевать перестали. Вот такая пойдет. Рам 700. Наверное, есть ней. Тихо, тихо, тихо. Опа. Еще одна. Ну это даже на зареху не возьму штуку. Мелкая. Уж слишком. Да, е-мое. Пустим. Под лед. Приехал к выходу со старицы, сейчас обкидаю. Да, будем собираться. Это время 4 часа уже. Целый день проплавал. Да. Время пролетело, конечно, очень быстро. Да, будем собираться домой. В принципе-то нормально, повеселились. Хотелось бы, конечно, покрупнее щучку. Удовольствие, да, побольше от нее. Ну, тем не менее, это маленькая, небольшая, она такая упористая. Молодец. Сопротивляется вообще отлично. Много отпустил. Немножко взял себе на жарюху. Вот. На паузе опять лупанула. Малявка. Ну что ты, что ты? Тихо, 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 тихо. Ну что ты, тихо, будь. Щука, тихо будь. Ты сама себе больно делаешь. И я тебе немножко, да, больно сделал. Плыви. На этом, наверное, и закончим. Рыбалочку, в принципе, отлично. Повеселился. Можно сезончики закрыть, наверное. Может, еще на Лима выберусь, но не знаю. Уже хочется льда. Сегодня как увидел лед, так еще больше захотелось. Все, будем собираться домой. В принципе, половили отлично. Вот, небольшая щучка, но заклевала хорошо. Взял себе вот 6 штучек на пожаре. В принципе, отлично. Закрыли сезончик. Ладно,
Всем до свидания. До новых встреч.